Здравствуйте, «Резонанс» в эфире ОРЕН-ТВ. И сегодня говорим о проблемах людей, судьба которых так или иначе связана с некогда очень крупным и очень уважаемым печатным изданием. Южный Урал станет банкротом. Некогда самое уважаемое издание стало объектом скандалов и раздоров. Я «Южный Урал Пресс» в 2009-2011 год работал в убыток. Напрашивается вывод, что это была пирамида, которая на сегодняшний день подошла к своему логическому завершению. Как довели предприятие до банкротства, а людей до ручки? С марта этого года начались проблемы с зарплатой. Задержки пошли, потом совсем перестали платить. Велели писать заявление, мы написали. С 1 августа нас уволили, не рассчитали. Кто поможет газете и компаниям, которые ее выпускают и продают? И какова роль правительства в этой проблеме? Осложнилась ситуация с газетой «Южный Урал» еще в тот момент, когда официальным публикатором нормативных документов законодательного собрания областного правительства стала газета «Оренбуржье». Нам из бюджета не додали 5,5 миллиона рублей. И понятно, что этих нам денег очень не хватало. Сюжеты смотрят и комментируют журналист Сергей Хомутов и юрист Ильдар Шарафутдинов. Кто бы мог подумать, что газета с многолетней историей окажется в центре скандала? «Южный Урал», по сути, печатный бренд Оренбургской области, сейчас испытывает, пожалуй, самые сложные времена. Общество с ограниченной ответственностью находится в стадии банкротства. Партнеры издателя заявляют о долгах, которые возникли в результате деловых отношений с «Южным Уралом». Издательства местных газет, которые распространялись через киоски предприятий, потеряли тысячи, а то и сотни тысяч рублей. Но главное, страдают обычные люди – киоскеры, водители и другие сотрудники, которые работали в «Южном Урале». Алексей Акашев почти 17 лет проработал в «Южном Урале». Принимали его на работу водителем, но круг его обязанностей был гораздо шире. По трудовому договору я был принят водителем. Мы выполняли разные обязанности. Экспедирование, инкассация, ну, естественно, погрузка, разгрузка. По сути, работа его устраивала, и до этого года все шло нормально. Ни вопросов, ни претензий к работодателю не возникало. Потом начались перебои с зарплатой, а летом и вовсе перестали платить. Где-то с марта этого года начались проблемы с зарплатой. Задержки пошли. Вот. То есть, а потом совсем перестали платить. У нас, в принципе, и в ЗАО редакция газеты «Южный Урал» была такая же проблема. Все, кто числился в обществе с ограниченной ответственностью «Южный Урал Пресс», оказались не у дел и без денег. Само предприятие находится в стадии банкротства. Акмунчак Нурзанова начинает свой рабочий день с 7:30 утра и уходит домой в 8 вечера. Зарплата небольшая, а труд нелегкий. Попробуйте провести 12 часов в таком киоске. Так же, как и ее коллега Алексей Акашев рассказывает, работала и ничего не предвещало неприятностей. До поры до времени. Ну, руководство, я так поняла, прислали нам эти бланки, велели писать заявление. Мы написали. С 1 августа нас уволили. Не рассчитали. Как говорится, не оплатили нам последний месяц. Главный редактор газеты «Южный Урал» и до недавнего времени один из учредителей ООО «Южный Урал Пресс» говорит, что с работниками рассчитаются, как скоро, зависит от конкурсного управляющего. А сейчас просто вынуждены были передать все киоски частному лицу вместе с киоскерами. Мы передали свои киоски вместе с киоскерами, значит, мы передали частному предприятию. Мы их где-то, может быть, с 1 января возвратим и возвратим своих киоскеров. Долги возникли не только перед сотрудниками, но и перед партнерами. В этом заявлении в арбитражный суд указана цифра – более 3 миллионов рублей. Среди тех, кто ждет свои деньги – «Оренбургская сударыня», «Аргументы и факты», «Теле7». В исковом заявлении 368 тысяч. На самом деле, ну, там будет около 400 тысяч. Это для любого предприятия, это огромная, гигантская сумма. Но когда местные владельцы такой, ну, старой, старейшей сети так поступают, то это вот, ну, вызывает много вопросов. Совсем недавно своих показаний господин Никитин при проведении проверки сотрудникам полиции по факту мошенничества давал показания, что предприятие «Южный Урал Пресс» 2009-2011 год работало в убыток. Из этого можно понимать, что
если напрашивается вывод, что это была пирамида, которая на сегодняшний день идет, подошла к своему логическому завершению. Стало не хватать средств для оборота. И наши партнеры тоже как бы, они, может быть, поступали и по-своему правильно, но они тем самым и себе ножку подставили. Стали сокращать поставки, наши киоски обмелились. Людей, как таковых, которые работали на господина Никитина, просто кинули. Им не заплатили заработную плату. Хотя он говорит, что они были трудоустроены, но, извините меня, они работали, они должны были получить заработную плату. Но не получили. Финансирования, как такового, на ООО «Южноуралпресс» не было. То есть она жила на дотации своей. То есть как-то заработала на эти деньги и жила. Другой вопрос возникает, что было финансирование редакции газеты «Южный Урал». Было финансирование с бюджета. То есть в свое время они были, как я знаю, в 2006, 2007, 2008 году, когда у нас еще был губернатор Чернышов Алексей Андреевич. В последующем, с приходом нового руководства области, с финансированием возникли большие проблемы. Ну, ситуация не так уж нова. Долги существовали всегда, в том числе и перед сотрудниками, и перед партнерами, потому что все свои неумеренные аппетиты газета «Южный Урал» покрывала за счет финансирования, не знаю, не буду утверждать, бюджетного или внебюджетного, которое она получала от всех предыдущих администраций и правительств Оренбургской области. На ООО «Южный Урал Пресс» денежных средств никаких не имеется. Имеется только большая кредиторская задолженность, это поставщикам более 3 миллионов рублей, по налогам и сборам 450 тысяч рублей, там около больше 100 тысяч рублей, это у нас идет по заработной плате работникам. То есть вот эта вся сумма, она у нас образовалась не за 1-2 дня, она копилась у нас годами. То есть здесь можно смотреть, что это управление такое было, организация. Если рассмотреть, почему такая задолженность образовалась, ну, возможно, генеральный директор или директор данной организации, или менеджер неправильно вел бизнес. Это во-первых. Во-вторых, непрозрачная схема поступления денежных средств продажи газет, потому что в киосках самих не стоял кассовый аппарат. То есть какие там суммы фигурировали, мы не знаем. В свое время «Южный Урал» был разделен на две структуры – закрытое акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью. Два предприятия выполняли различные функции. Одно распространяло, другое занималось изданием газеты. Контрольный пакет был в руках одних и тех же людей, в числе которых и сам Владимир Никитин. Он же, по сути, возложил на себя и журналистскую деятельность, и функции менеджера. Только вот как дело дошло до выплаты долгов, ситуация стала трактоваться странным образом, как, впрочем, и возникновение долгов. Нас налоговая заставила выделить его в отдельное предприятие. Там, значит, три физических лица вынуждены были войти в состав учредителей. И вот, значит... Но эти учредители, прежде всего, и пострадали. У ЗАО были функции распространения напрямую. И киоски, значит, принадлежали и принадлежат ЗАО. Часть киосков принадлежат ЗАО, часть дочернего предприятия. Значит, а когда выделено было отдельное предприятие, оно только этим и занималось. Вследствие таких вот невыстроенных отношений, неумелой работы с финансовыми потоками внутри этих АОшек и ЗАОшек, да, и вот к весне оказался готов вот кризис в масштабах одной газеты. Проблема еще и в том, уверены эксперты, что руководитель старейшей и уважаемой газеты не справился с возложенными на себя функциями. Быть успешным менеджером и редактором-журналистом дано не всем. Реклама в газетах, обеспечивающая контент, это одно. Журналистский коллектив, который делает газету, это другое. И управление средством массовой информации – это сложный очень процесс. И не каждый руководитель редакции, руководитель газеты с управлением двух видов деятельности – бизнесом и формированием газеты как информационного продукта в состоянии эффективно управлять и той, и другой частью. Слабость была, что мы что-то не предвидели. Мы, что эти механизмы, они
мы о них читали, да? Но надо они, чтобы еще прошли через сознание. Вот общественные законы, они чем отличаются от естественных, от физических законов? Что они должны пройти через голову. Вот теперь они через нашу голову прошли, эти рыночные законы. Всю жизнь Южный Урал финансировался государством. И, вероятно, это тоже сказалось на том, что газета не умела сама зарабатывать и правильно тратить, рассчитывая на бюджетные деньги. И когда убавили финансирование, предприятие оказалось в сложной ситуации. С этим соглашается и Владимир Никитин. Нам из бюджета не додали 5,5 миллиона рублей. И понятно, что этих нам денег очень не хватало. Осложнилась ситуация с газетой «Южный Урал» еще в тот момент, когда официальным публикатором нормативных документов законодательного собрания областного правительства стала газета «Оренбуржье». Газета, учрежденная именно областным правительством. Тем не менее, журналист, доцент кафедры журналистики ОГУ Булат Колмантаев говорит, что средств, заработанных на рекламе, вполне могло хватить, чтобы не доводить до серьезных проблем. Еще лет 10 назад финансово-экономический бюллетень проводил мониторинг СМИ. И многие были удивлены, а зачем финансировать газету из бюджета, если средств и так достаточно. И тем не менее, именно недостаточное финансирование и высокие налоги стали источником всех сложностей, уверен Владимир Никитин. Сейчас общество с ограниченной ответственностью «Южный Урал» находится в процедуре банкротства. По идее, имущество, которое есть в обществе, будет продано, и средствами от продажи должны гаситься долги. У нас есть, значит, арбитражный управляющий, значит, который будет заниматься распродажей нашего оставшегося имущества и удовлетворением запросов кредитов, в том числе и работников. По другой же информации, не все так радужно. Имущества на балансе Южного Урала Пресс никакого нет. И даже киоски, по нашим данным, общество с ограниченной ответственностью арендовало у закрытого акционерного общества. То есть, похоже, Владимир Никитин сам себе отдавал в аренду киоски. Никакого имущества, в принципе, не имеет. А все имущество редакции и, мне кажется, даже киосков, которые есть у Южного Урала, они образуют собственность закрытого акционерного общества «Южный Урал». Издателю принадлежит, издателем выступало здесь закрытое акционерное общество, учрежденное частными лицами, в числе которых нынешний редактор. И через это закрытое акционерное общество шло бюджетное финансирование Южного Урала. Если это на самом деле так, и имущества на обществе нет, то, вероятно, возврата долгов ни партнерам Южного Урала, ни бывшим сотрудникам смысла ждать не стоит. Это смешная история, когда директор говорит о том, что налоговая инспекция заставила их сделать разделение. Изначально учредителем ООО «Южный Урал Пресс» являлась редакция газеты «Южный Урал». Они разъединили, и учредителем стали три человека, физлицы «Южный Урал Пресса». Это генеральный директор, его зам и главный бухгалтер на тот момент. Начали работать они и, наверное, ждали больших перспектив, но бизнес именно на одной продаже печатную продукцию у нас можно сделать при правильном подходе. Если имеется неправильный подход, на мой взгляд, бизнес нельзя вести. Если получаешь прибыль в любом бизнесе, надо вкладывать его в реализацию и дальше продвижение этого бизнеса, а не просто куда-то денежные средства уводить. Несмотря на утверждение главного редактора Владимира Никитина о тупиковой вроде бы ситуации, выход был, считают эксперты. И не бедствовали бы люди, и не требовали бы свои долги партнеры, если бы вовремя руководство предприятия и издания сумело оценить свои возможности. Я придерживаюсь абсолютно простой точки зрения. Надо было просто дать газете достойно умереть. Вот, что не является ничем плохим или хорошим, просто все время этой газеты прошло, ее идеология не находит массовой поддержки, так что, ну, не стал бы Южного Урала, и что? Ничего страшного не произошло. К тому же у нас есть пример, так сказать, самостоятельной смерти газеты, которая называлась «Комсомольское племя», потом «Новое поколение». Она спокойно ушла с медийного поля, и ничего страшного и катастрофичного не произошло. Это «Резонанс». Сейчас небольшая реклама, а затем продолжим. Это «Резонанс», и мы продолжаем.
Самое печальное в ситуации, которая возникла вокруг Южного Урала, вроде бы уважаемого издания, уважаемой структуры, то, что до сих пор остается непонятным, кто будет расплачиваться с людьми и партнерами. По последней информации, в ситуацию все-таки вмешалось правительство области. Создана даже альтернативная организация, которая и определит судьбу предприятия. Но есть опасения, что определит судьбу только лишь издание, а не людей. Какое развитие может получить ситуация и при чем здесь правительство? Продолжим далее. Уже сегодня состав учредителей Южного Урала изменился. Теперь здесь и Ассоциация муниципальных образований области, и аппарат правительства. Газету принято решение сохранить. И для этого создана автономная некоммерческая организация. Для издания газеты еще требуется другая структура. Вот она сейчас образована. ОНО, в виде ОНО. Значит, оно создано для материально-технического обеспечения выпуска газет. Вот сейчас эти как раз вопросы решаются. Возглавила новую структуру Ольга Дедюра. В прошлом жительница Орска и сотрудница Орской хроники, а в последнее время работала заместителем генерального директора по коммерческой части РИА-56 регионального информационного агентства Оренбуржья. Для управления же газетой как бизнес-единицей создана или создается дирекция, которая будет выполнять поручение издателя. А издателем в данном случае будет автономная некоммерческая организация. Вроде бы вот и начинается новая жизнь у старейшей газеты «Южный Урал». И учредители, и финансирование, и большие планы. Но вот долги, по крайней мере перед бывшими сотрудниками, никак не вписываются в политику новой организации. Понимаешь, какая штука? Нет, 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 не будет нести никакой ответственности оно перед этим. Это долги не газеты, не редакции «Южный Урал». Это долги ООО «Южный Урал». Ответственность за людей, их зарплату, а соответственно и долги общества с ограниченной ответственностью «Южный Урал Пресс» новая проправительственная структура принимать не собирается. Эту же мысль подтвердила и заместитель руководителя аппарата губернатора Евгения Шевченко. Правопреемником ЗАО не является. Это проблема руководителей того предприятия, которые до недавнего времени были издателями газеты. По закону так. Правда, людям, тем, кто работал и теперь ждет своих денег, взаимоотношения наверху совсем не интересны. Ни разделение на ООО и ЗАО, ни создание новой организации ОНО. Какая разница, старое предприятие или новое? Понимание того, что власть всегда имела прямое отношение к газете и сейчас никак не может помочь людям получить несчастные несколько тысяч на каждого. Вот, что есть в головах этих людей. Мы стали лишние в дочернем предприятии. Вот, поэтому нас никто не поддержал. Если смотреть, что издание, оно сейчас почему так заинтересовано государство в этом, и сама область, что это издание, тираж, который составляет газета 16 тысяч экземпляров, это толстушки, она распространяется по всей области. Да? То есть приближающим выборам надо средства массовой информации, которые у нас иметь, которые имеют возможность привлечь к себе. То есть у нас создана ГУП РИА Оренбуржье, в который вошли все областные газеты, и будет завредакция газеты «Южный Урал» изначально, потом в последующем она будет просто газета «Южный Урал», которая будет положительно отзываться нашей области, положительный статус нашего губернатора, нашего правительства будет составлять, и чтобы население ждало, как бы, что будут выборы, и что у нас все хорошо в области. На самом деле-то это мы сами понимаем, что это не так. Ну, партнеры практически могут ни на что не рассчитывать. Если будет проходить процедура банкротства, она, насколько известно, у меня уже начинает проходить, есть некоторые обязательные платежи. Вот. И платежи, первые, налоги, бюджет. Второе, заработная плата. И уже третье, там, долги тем или иным, так сказать, контрагентам. Да? В данном случае, я знаю, многие газеты продавались через эту сеть киосков и просто денег никаких не получили. У кого-то больше, у кого-то меньше, но практически все издания Оренбургской области, которые издаются в Оренбурге, использовали это как одну из площадок распространения, кроме Роспечати, вот, и каких-то там сетевых магазинов. Надежды, что эти деньги получат партнеры за проданную свою продукцию, практически никаких.
Хочется добавить лишь то, что прокуратура, по нашим данным, начала проверку предприятий, занимающихся выпуском «Южного Урала» и распространением газет. Но это не дает гарантии, что люди получат свои деньги. К сожалению, программу заканчиваем на этой пессимистичной ноте. Увидимся с вами через 2 недели. Следующая суббота – предпраздничный день. Это был «Резонанс». До встречи в эфире.